Всем здравствуйте, с вами Елена и канал Косметическая кухня Бьюр. Сегодня я хочу рассказать вам о невероятно крутом гаджете, а именно магнитной мешалке, которая облегчит жизнь каждого кремовара. Если вам надоело вручную размешивать сухие компоненты в активной фазе или бесконечно размешивать гелеобразователи для получения однородного геля, такая магнитная мешалка будет просто must-have на вашей косметической кухне. Вам интересно посмотреть принцип работы магнитной мешалки? Тогда обязательно ставьте лайк видео, и я покажу, как она действует. Для начала мы достаем мешалку из коробочки и включаем ее в сеть. Это первое преимущество по сравнению с мини-миксерами, у которых постоянно садятся батарейки. Включили в сеть и забыли о покупке бесконечных сотен батареек. После этого мы ставим стаканчик на магнитную мешалку. В стаканчик мы кладем магнит, наливаем в стаканчик водичку, далее мы включаем мешалку и регулируем ее скорость работы. Такая модель мешалки развивает скорость до 3000 оборотов в минуту, а также позволяет размешивать большие объемы. Полное техническое описание вы сможете найти под этим видео, а также на сайте интернет-магазина Бьюр. Сейчас вы видите, как магнит просто размешивает водичку. Но для наглядности образования косметического средства я хочу добавить в воду загуститель, и вы увидите, как быстро и просто я смогу получить гель. Как я уже говорила, с помощью этой мешалки вы можете приготовить гель, с легкостью размешать активную фазу и все ее сухие компоненты, а также все очищающие средства на основе поверхностно-активных веществ. Такая мешалка не подходит для приготовления эмульсии, потому что для ее смешивания нужны другие скорости и интенсивность размешивания. Теперь вы увидели, как просто можно работать с магнитной мешалкой. На этом видео обзор подходит к концу. Обязательно ставьте лайк видео, подписывайтесь на канал Косметическая кухня Бьюр и ждите выпуска новых видео. Пока!